Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы знакомим с вами, ну, в смысле, я получил, другими словами, вот такую вот колонку. Она пришла открытая, но вот в этом месте были пломбы, и мне пришлось, вот, видите, пломбочки вот такие вот блестящие, мне пришлось просто их взять и срезать. По какой причине? Потому что мне предложили проверить, вернее так, я покупал эту колонку в Валберес, там было очень-очень мало, всего лишь два комментария положительных, и в принципе больше никаких комментариев не было. И естественно я хотел ее там проверить, потому что было написано, что если мы будем колонку эту проверять непосредственно конкретно у Валберес, то мы сможем ее вернуть, но это будет стоить 100 рублей. А в том случае, если мы отнесем ее домой, то мы уже не сможем ее вернуть вообще. Вот так. Так вот, ребят, я колонку вскрыл, естественно, и сегодня мы будем смотреть именно, как звучит колонка, слушать с помощью вот этого вот микрофона. Попробую передать чистый звук. Смотрим. Итак, ребятушки, смотрите, значит, коробочка у нас вот такая. Все красиво, называется 3-бит, вернее 3-бит Stormbox Micro 2. Я просто посмотрел, что она гораздо лучше, чем JBL, и я очень долго выбирал себе вот эту вот колонку. Здесь гарантийный талон есть, здесь есть вот такая вот штука на русском языке, а также книжка на нерусском языке. Здесь есть USB. Просто USB с, вернее, USB на USB. Вот так. Значит, и сама колонка вот такая. Больше здесь ничего нет. Все это откладываем, вытаскиваем. И вот у нас здесь эта колоночка. Вот так, таким образом она выглядит. Давайте я вам покажу ее вот так. Вот таким вот образом она у нас выглядит. Беленькая. Ну, я бы сказал, что не беленькая, а серенькая. Мне казалось, что это беленькая. А здесь у нас тоже внизу есть низы, басы. Вот здесь вот у нас ремешок. Вот здесь вот у нас ремешок отстегивается. И можно как на велосипед, так и, например, пользоваться. Ну вот руки туда всунуть, пальцы, и так с ней ходить. Можно просто в кармашек. Весит она... Ребят, не знаю, сколько она весит, не посмотрел. Вот так вот она у нас смотрится. То есть, оказывается, переливается. Вот эти буквочки красиво переливаются. И это мне нравится. Ну что, мы будем сегодня слушать с помощью вот... Вот здесь вот у нее кнопка включения. Bluetooth. Вот здесь вот она заряжается. Ну и также через нее, от нее можно даже заряжать свой смартфон. Сегодня мы будем слушать музыку на iPhone 11. Ну что, давайте попробуем. Сейчас я все подключу. Ну, давайте вместе подключать, что ли. Итак, мы ее включаем. Пошел звук. Итак, давайте еще разок выключим. Включаем. У нее есть вот такие светодиоды, которые показывают качество батареи, в каком состоянии она. То же самое, здесь есть кнопочка Bluetooth. Надеюсь, вам видно. Давайте посмотрим, нажмем на Bluetooth. Хотя, возможно, она уже автоматически, я, естественно, там ее проверял, и, соответственно, автоматически, может быть, эта колонка и подключилась уже. Давайте посмотрим. Я пока не вижу, что... А, нет, она подключилась, ребят. Она подключилась. Теперь давайте посмотрим, как же она звучит у нас на низких частотах. Давайте открываем радио. И понеслось. Совсем низкие частоты. Давайте на максимум.
голосов нет пока.